Так, ребят, всем привет. Еще раз скажу, к шаману приехали три машины милиции, одна скорая. Приехал ОМОН брать у него анализы. Он отказался. Приехал туда адвокат Ольга Михайловна. Там прямой эфир я делаю, шаман. Прямой эфир я сделал. Дайдуна тоже пришла. Да иду на там туда, ребята. Вот приехали, распространите это видео, ребята. Пускай его больше народу смотрит. Ставьте лайки. Выводим видео, выводим, помогаем. Шаману идут. Тихого закрутили там, по ходу дела. Тихого крутят там. Шаман так просто не сдастся. Сейчас будет что-то. Смотрите, что, наблюдайте. Сейчас будет что. Смотрите, все, видать, инструкцию получили, приказ. На, Сережа, снимай. Сейчас Сережа будет снимать. Интересно, да, все происходит? Солнцепровод. Я вижу. Значок. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему вы нарушаете самоизоляцию? А что мы нарушаем? Вас 10-10. Что мы нарушаем? У вас справка есть? Имеется, нет? Какая? Режим самоизоляции. Какая справка? Есть, нет? По полиции Ефремов. Пожалуйста, отойдите от зацепления, пожалуйста. Нет, ну, давайте, давайте, отойдите. Согласно федеральному закону о полиции. То есть вы, получается, сейчас нас выгоняете, чтобы за... Отцепление, идем. Отцепление, отцепление. Отходим, пожалуйста. Определенное расстояние. Давайте, давайте. Вот вы сейчас под предлогом, что мы нарушаем режим самоизоляции, пытаетесь забрать человека. Отцепление, согласно федерального закона, полиция входит. Во-первых, товарищ полицейский, вы подошли, не представились. Представьте, пожалуйста, и покажите ваше удостоверение. Вот видите, он меня игнорит. Представьтесь, пожалуйста. То есть вот. Покажите вас уже на груди. Смотрите, пожалуйста. Вот, смотрите, смотрите, видите, он не представляет. Вы не дотрагивайтесь, пожалуйста. Я не дотрагиваюсь, вы сами меня трогаете. То есть, понимаете, что происходит? Почему вы разводите? Холодно, потому что я разводим. Во-первых, он окопанный. Пусть что усмотрено административная ответственность. Он окопанный. Видите, деревянные постройки идут. Он окопанный. Вот. Вы, во-первых, представьте сначала. И... За полицию на Кременске. А, удостоверение можно? Все, отходим, отходим, отойдите. Отойдите, пожалуйста. Вот вы там, отойдите в определенное состояние. Я же вам говорю, отойдите, отойдите. Вы как не понимаете? Что? Отойдите, говорю, отцепление идет. Вы что, не понимаете, что ли? Все, отходим. Мы не мешаем. Отходим, говорю, товарищ отцепление. Полицейский. Отойдите, товарищ полицейский, отойдите, мы отойдите, не мешаем. Отходим, вот вы отходим, меня отходим, сами отходим, 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 отходим. Я еще раз вам говорю, отходим. Вы понимаете, вы все, сейчас вы совершаете. Отходим, отходим. Вы совершаете сейчас.
Видите оцепление? Вы понимаете, что происходит, друзья? У меня телефон сел. А у меня вот нет. У меня сел телефон. Видите, что происходит? Смотрите, что делают. Вот они получили приказ. Да, получили приказ, инструкцию на любом основании. Конечно, снимаю. Пусть все видят, пусть вся Россия смотрит, пусть весь Якутск смотрит. Ваши документы, пожалуйста, паспорт предъявите. 51-я статья. Паспорт предъявите. 51-я статья. Он отошел от зацепления, молодой человек. Паспорт предъявите, пожалуйста. Он отошел. Во-первых. Он отошел. Представьтесь. Паспорт предъявите, пожалуйста. Я вам до этого представился. Вы не представились, вы ушли, игнорили меня. Снимали. Все, Рогус, паспорт, пожалуйста, предъявите. У меня нет с собой паспорта. Пожалуйста, говорю. У меня нету с собой паспорта. А где ваш паспорт? Дома лежит. А фамилия, имя, отчество как ваше? Ну, зачем? Пожалуйста, не снимайте удостоверение. Почему? Пусть все знают, пусть все знают. Я имею право фиксировать, вести прямые трансляции. Я имею полное право. Я еще раз говорю, вот так развините, я представлюсь. Нет, нет, пусть все смотрят. Я веду прямую трансляцию. Показывайте, показывайте. Паспорт свой предъявите. Вы мне не показали, я даже не видел. Вы сейчас мешаете нам работать. Я не мешаю, прекрасно работайте, работайте. Вы просто понимаете, что вам дали инструкцию. Какую инструкцию? Обыкновенную инструкцию. Вы сейчас здесь зачем находитесь? Я приехал поснимать, знаете, что как... У нас есть указ главы республики. И что? И что? Во-первых, я в маске сейчас нахожусь, а во-вторых, вы не соблюдаете дистанцию. Это вы не соблюдаете. Почему я не соблюдаю? Справка? Вы же ко мне подошли. У вас справка есть? Какая справка? О том, что вы здесь должны находиться. У нас запрещено, что ли, передвигаться по стране? Во-первых, я снимаю. Я имею полное право снимать. Вы не вырывайте у меня. Съемку. Вы ломаете мне телефон. Вы ломаете. Вы только что вырвали у меня разъем. Мужчина, что вы сопротивляетесь? Вы только что вырвали у меня разъем. Почему я не могу снимать? Все, успокойтесь. Уберите. Вы уберите руки от него. Вы понимаете, вы совершаете сейчас преступление. Вот смотрите, что делают. А почему сопротивляетесь-то? Вы же при исполнении. Вот понимаете, что... Вы не трогайте мой телефон, вы ломаете его. Телефон отдайте, пожалуйста. Вот, да? Что я знаю, куда? Вот, что ли, я включила? Вот, нас забрали, смотрите, мы сидим. Все, меня посадили, вот смотрите. Вот, меня посадили уже в УАЗик. Сидели вон туда. Они мне вырвали телефон, гнездо получается. Вот вы тоже с нами поедете. В отдел полиции. Основание есть. Нарушаете самоизоляцию. Должны были дома сидеть. Как вы говорите? Вы так сами понимаете, что... Ну, задержали Витя, да? Сейчас уже другой разговор будет. Вы сидите, молитесь кому-то. Нормально сидите? Нормально сидите? Я попробую, не перебивайте, не перебивайте вот так. Мужчина, может вы меня отпустите? Я выйду и уйду. Нет. Сейчас поедем.
Садитесь, меня, садитесь, пожалуйста. Поедем. Пожалуйста. Или в Тандее сейчас нет, посадим. Пожалуйста. Садись, поехали. Так это машина наша, да? Да. Здесь... Пойдите вон туда, пожалуйста. Пожалуйста, пойдите туда. Ну все, ребята, бляха-муха, а. Ну все, вы все видели. Вы все видели своими глазами.